Балетная премьера во Владивостоке. Одноактные балеты «Баланчина». Спектакли, созданные еще в прошлом столетии, всегда стояли особняком в мире хореографического искусства. Баланчин стремился не отвлекать внимание публики от танца. Для этого он отказывался от сюжетных линий, предпочитал минимализм при создании декораций и костюмов. Партии в его балетах сложны, но виртуозны. Требуют от исполнителей серьезной физической подготовки и высокой техники исполнения. Особой подготовки такие спектакли требуют и от зрителя. И по мнению постановщиков, приморская публика созрела для того, чтобы видеть музыку и слышать танец. Этот афоризм принадлежит самому Баланчину. 4 спектакля «Аполлон», «Блудный сын», «Серенада» и «Шотландская симфония» вошли в репертуар приморской сцены «Мариинки».